Всем привет, с вами StarChaser, смотрите мой же сплей канал. Я продолжаю проходить игрушку под названием Darksiders. Итак, пришел я снова на эту локацию. Готов я снова творить здесь беспредел. Вау, а тут парня вижу уже посерьезней. Так, тихо, тихо. Я вижу, какие вы серьезные, но все же. Это, кстати, хорошо, что локации обновляются по противникам, которые более серьезные уже. Это дает возможность прокачать оружие. В принципе, это неплохо. Так, парень, давай иди сюда. Так, я помню, как с тобой сражаться. Сначала рог откусить, а потом и тебя раскусить. Ну блин, это ни капельки нечестно. Ты скотина, иди сюда. Оп, хлоп и голову. Вот и все. Доигрался. Ну и ты, парень, тоже давай в бытие уходи. Вижу, тут такие парни уже покруче стали ходить. В броне все. Ага. Крутой такой, думаешь, да? Ну нифига ты не крутой. А ты давай вообще туда падай. Ну, парни, у меня для вас есть сюрприз небольшой. Надо ж тратить вот эту вот штукенцию куда-то. Оп! Ху-ху, в космос отправил. Юный космонавт улетел. Хорошо. Ну да, противнички пожестче стали уже. Бам. Так, а где тут еще есть? Больше нет столбов? Там вон парень гуляет. Ладно, не буду их тревожить. У нас миссия к Самуэлю в гости сгонять. Кстати, у меня всего лишь одна эссенция жизни, это плохо. Надо бы еще одну купить, на всякий случай. Последнее сердце. И тогда, война, ты отправишься к башне. Селита спила свою паутину по ту сторону огромного ущелья в пепельных землях. Руине еще долго придется восстанавливать силы, но расстояние она покроет. Сама Селита, доберись до логова, и она сама найдет тебя. Королева-выводка тяготеет к коллекционированию. О! Большинство ее гостей холодные земли. На корм молодняку. Те же, кто заинтересует хозяйку. Ну, им не повезло. Их она оставляет в живых. И так они живут долго. Достаточно, чтобы поведать ей многое. Скажем, она коллекционирует истории. Информацию. Какую историю она расскажет про тебя, Самаэль? Осторожнее, иначе концовка твоей истории будет печальной. Иногда герой умирает. Ну, не всегда. Истории со счастливым концом. Принеси мне последнее сердце, всадник. Хорошо, парень. Уничтожить Селиту. Мне вот интересно, где она? Пепельные земли, он сказал, да? Мост душ. Направьте руину между колонн. Что? Каких колонн? Так, идти мне опять в пепельные земли куда-то, да? Но сначала я сгоняю опять же к Фульгриму. И посмотрю, куда точнее. Ибо пепельные земли, такое мне не особо интересно. Пепельные земли довольно большие. Червячка придется еще загасить там. Скорее всего. В принципе, игровая как бы зона, то, где мы можем бегать там, и карабкаться и так далее и тому подобное, довольно маленькая. Иногда, первый раз, когда я играл в эту игру, мне казалось, что здесь вал, можно и туда идти, и туда. Но на самом деле здесь как-то слишком... немного. Давайте на суховинную... Не, на пепельной земле, да, да. Давай туда.
Думаю, нормально. Как раз отсюда двинем дальше. Блин, вот нравится мне эта загрузка. Отлично вообще сделана. Такие колонны. Ага. Ну, иногда и приколы под... А интересно, если я упаду вниз, что будет? Ладно, не буду сейчас проверять. Хоть и интересно. И, кстати, передвижение становится все более разнообразным и сложнее. Ну, в смысле, раньше мы просто ходили. А теперь надо еще и перепрыгивать всякие пропасти. Надо будет как-то попробовать. Если я упаду в пропасть, то что будет? Лично, как мне кажется, скорее всего, я просто... Как бы это так правильно сказать? Наверное, я просто назад отправлюсь. Ага. Пепельные земли. Сейчас хочу направо сгонять. Там что-то есть. Давай, погнали. Нет, лошадка. Вот что за херня? Почему лошадь не слушается? А вот теперь свали. Так, души забрал. Куда еще можно здесь сгонять? Ага, привет, парни. А, хотя на вас можно жизнь пополнить, точно. Иди сюда. У вас довольно неплохо с жизнями обстоят дела. Давай, давай, по одному. Сейчас пополню здоровье. Вообще отлично просто. Не зря же вы тут находитесь, да? Вот, спасибо. Так, тут я вижу больше ничего нет. Затем... Вот здесь что-то есть слева. Да, вот эти штукенцы. Так, ну мне не сюда. Куда мне? Куда-то туда. Ну ладно. Поскакали. Да что ж ты меня скидываешь-то, а? Так. Мне куда-то сюда. Ну хорошо. Во-во-во, вот сюда можно сгонять. Давай. Я просто жажду сюда. А, блин, надо с лошади. Да, вот так вот надо было все сделать. Хорошо. Ага, я понял. Пока закрыто. И где эту хрень можно взять, интересно? Взрывную. Здесь должна быть где-то неподалеку. Что у нас там? Да вроде ни хрена нет. И вот что надо тут сделать, интересно? Ага. Не, что-то там есть. Что-то там все-таки есть. Знать бы, нахрена это еще штукенция. И что с ней делать? И знать бы еще, как вот эти вот красные переграды уничтожить. Нет, в смысле, как их уничтожать, я знаю. Ага. А, понял. Понял. Видите, на стенке такую черную хрень. По идее, нам дадут какую-то способность, которую еще, может быть, не дали. А может, и дали уже. Руина. Нет, не дали, скорее всего. Хрономан давали уже. Короче говоря... По идее, нам должны дать какую-то способность, которая позволит вот эту штуку как-то активировать. И вот та вот черная хрень активирует бомбы. Как-то так я понял. Так, лошадь, ты задолбала.
Так, тут у нас ничего. Ага, вот, куда-то... Нет, нельзя. Давай как-то так тогда. Блин, все равно нельзя. Нет, стой. Здесь вход, а? А, во. Да лошадь, ну... Господи, от... Все. А, можно еще в землю бить? Ой, ну вот это я совсем уже забыл. Так. Помню вот эти штукенцы. Там, кстати, вот видите, опять та же хрень. Надо будет потом, когда эту способность дадут, пройтись, прогуляться здесь, да проверить. Ага, привет, парни. Вижу, здесь стало весело. А куда идти-то надо? Не совсем понятно. А, нет, понятно. Вот сюда куда-то. Дальше, по дороге. Все понятно. Так, парни, с вами я как-то не особо хочу, скажем так, дружить. Ну, оставь их, короче говоря. С вами слишком долго разбираться. Да и придется 100% слазить. Ага, вот. Да чего вот эта хрень? Мост душ. Теперь война может воспользоваться мостами душ, чтобы пробудить их, направьте руину. Ага, я понял. Понял. Бесполезная хрень, если честно. Можно было здесь просто проход сделать. Ну надо ж разработчикам было повыпендриваться. Типа, вот можем и то делать. Да господи, лошадь! Уу! Прикольно. Реально прикольно. Выглядело это прикольно, но не особо. Но прикольно. Так. Открылся путь дальше куда-то. Причем прямой. Ясно, пошли дальше. Какие-то новые земли, по идее, сейчас сам откроются, которых на карте не было, Вульгрима. По крайней мере, я не видел. Паутинка. Ясно. Паучка будем гасить. По идее, да. Куда он стреляет, интересно? Какой-то по земле. Ладно, насрать. Секундочку. Да, вот эти синие хрени. Как мне по ним передвигаться? Ну и все. Приплыли. Отлично. Паучки. Здорово. Не понял. А, меня поймали, отлично. Просто. Война, ты лучший. Железный свод. Блин, дайте возможность мне вот этими хренями пользоваться. И вот этими же хренями. Уж очень хочется. Так, царство паучков и паутины, да? Ладно. Что у нас тут? А, я так и знал. Я так и знал, что здесь что-то спрячут. Надо логово Вульгрима здесь найти, если он вообще здесь есть, конечно. Так, там два сундука с душами, это хорошо. Так, ключик. Даже кто это был? Я вообще здесь никого не видел. Ага. Прямо как в игре про чужих. Эй, игра, не лагай. О, привет. Похоже, ты ничего не сможешь поделать с высшей тьмой и ужасом. И потому пока лучше ее избегать. Да ладно. Ты так уверен в этом?
Ты так в этом уверен, парень? Смотри, как я тут паучков кромсаю. Просто на раз-два. Так. А, кстати, да. Его убить нельзя. А, я понял. Сейчас. Сейчас забацаем. Блин, прикольное место. Вот здесь я никогда не был еще. Все-таки проходить игры, которые давно вышли, и которые ты еще не успел пройти, это прикольно. Та-та-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра. Паучок, идиот. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, а, стоп, мне тут не особо надо. Да я не особо и достану. Блин, какая-то улица. Что это за локация вообще? Кстати, паучок отображается на карте, только сейчас заметил. О, господи, вас не хватало. Вот кто вы такие вообще, а? Ангелы, либо падшие ангелы. Хрен вас поймешь. А, отлично. Вы предлагаете мне по вот этому пути пройти? Который сейчас обвалится? Что это за... оранжевые хрени? Нет, я, пожалуй, по-быстренькому пройдусь. Я так и знал! Я так и знал! Вы издеваетесь? О! Кладки яиц можно уничтожать. Из-за них души получать. Ну, приближается, и что дальше? Дальше что? Слабаки, честное слово, слабаки. Так, вот так вот лучше всего работает. Не понял, куда он делся, а? Так, тут я вижу, больше нет проходов. Ля, сюрикен его не берет, охренеть. Вот это паук толстый. А, начинается. Да, давайте, падайте. Паучки довольно толстые. Ну, по количеству здоровья. Реально толстые. Так. Что мне надо делать? Сюда, по идее, пройти, да? О, фу, какая гадость. О. Сущность накачал. Реально пауки какие-то толстые. Что за приколы? Ага, я понял. Но не полностью. Не, как тут вообще сражаться-то можно, а? Ну я как-то сражаюсь на палках каких-то вообще. Капец. А, вот сверху. Ну-ну. Сюда, давай, быстро. Блин, а вот с этими слабаками теперь буду сражаться. Вы что, издеваетесь? А, ладно. А, черт! Не достал. Ладно. Бля, они еще меня бьют. Вообще охамели. Реально охамели. Бьют.
Обалдеть, паучки вообще наглые. Надо их тут сейчас научить уму-разуму. Так, я туда вижу падать долго и больно, да? Поэтому падайте туда. А, стоп, тут можно залезть? Вау. Не знал. Так, и толку от того, что я сюда залез? Хотя, хрен узнает. Допустим, толк есть. Допустим. Ну и что я здесь делаю? А, ну в принципе, я могу отсюда залезть сюда. Ну, в принципе-то да. Да подождите. Что у нас тут? Карта. Ну это неплохо. Все же лучше, чем ничего. А то бы я сюда шел ради ничего, я вас умоляю. Блин, эти мелкие твари мне все-таки урон наносят. Так, что надо тут сделать? Рычаг, поверни рычаг. А, здрасте. И что дальше? А куда идти-то? Вот в чем премудрость богатырская. Все, понял. Так, пауки, вы задрали, уже начинаете бесить. Честное слово. Так, все, понял. Сюрикен незаменимый и неповторимый. Ладно. Да, надо было, наверное, сначала наступить, а потом уже включать. Ну, как сказать? Включить, потом быстро прыгнуть, пока Сюрикен ко мне вернется. Ну, в общем, вы поняли. Сейчас попробую. В принципе, легко. Должно быть легко. Блин, опять не то, да? Короче. Ну, либо так. Вот надо было, наверное, сразу встать. Я ж не знал, с какой скоростью здесь все происходит. Так, что у нас тут? А, ключик. Ну, это пригодится. Это пригодится. Так, хорошо. Ключик нам нужен. Правильно, вот здесь. А я где? Ага, сейчас где-то налево надо пройти. Как-то. Не особо понятно, что тут, да как? А, вот, 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 все понятно. Понял? Понял, не дурак. Сейчас тут еще пауки, наверное, налезут, да? Нет? Странно. Бля, тут душ, какая кучка, а? Так, ладно, ключик. Хорошо. Ну и, в принципе, наверное, тут в эту дверь я пойду уже в следующей серии. А пока что на этом все. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за просмотр и пока!